Здравствуйте, я все-таки решила подвязать вот этот вот цветонос у анцидиума, потому что он становится уже очень крупным, большим. И когда я переверну его от окна в сторону твоей кухни, в сторону людей, чтобы мы могли наслаждаться этими прекрасными цветами, его могут задеть и сломать. У меня уже были такие случаи. Как мы говорили, что орхидеи вертеть нельзя. Они крайне не любят перемены обстановки, перемены света. Вот как вы поставили ваши растения, так и все время переворачивайте. Взяли там, полили, посмотрели, поставьте опять так же, в том же направлении. Единственное, когда вы можете перевернуть вашу орхидею, это когда у вас распустится первый цветочек. Вот распустился первый цветочек, поверните так, чтобы на них любоваться. И все, и оставьте их опять. Я все-таки решила подвязать, как я уже сказала, чтобы не сломали. Вы можете взять любую поддержку. У меня вот такая вот под рукой была. Мы вставляем, слегка прокручивая наши палочки. Если даже повредится какой-то корешок внутри, ничего страшного. Они быстренько зарастают. Что я хотела вообще заметить? Что вот на таком этапе цветоносы подвязывать уже... нехорошо, можно так сказать. Дело в том, что они очень хрупкие и могут легко сломаться. Цветонос нужно подвязывать, когда он, ну, примерно вот такой, вот еще очень гибкий. Сразу вставляете рядом палочку, как только начинает цветонос расти, прикрепляете его в одном месте, потом повыше, и вот так можно даже провернуть вокруг. Как видите, здесь уже всегда бульбочка начинает формироваться маленькая. Будем еще цветочков ждать. В этом случае что мы делаем? Очень нежно, очень легко, как я уже сказала, вот на таком вот уровне, я не буду выше подниматься, я прикрепляю этот цветонос. Если вы захотите подвязать еще побольше, вот на таком вот этапе, то подвяжите его какой-нибудь резиночкой эластичной и потихонечку в течение нескольких дней подтягивайте. Я уже сказала, что его очень легко можно повредить и сломать. Вот такой способ подвязки цветоноса у анцидиума. Как я уже говорила, лучше это делать раньше. Теперь мы будем ждать, когда расцветут наши прекрасные цветочки. Видите, бутоны, я не знаю, если видно, уже начинают принимать расцветку. Такая она тигровая, полосатая. Ну, я думаю, что через несколько дней мы уже увидим первые цветочки. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием.